Альхамду лиллях. Уважаемые мусульмане, сегодня хотел бы рассказать о важности мольбы, аддуа. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Вакаля раббукум удууни астаджиб лакум». И твой Господь сказал: «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Всевышний Аллах призывает нас обращаться к Нему. Все мы знаем, что поклонение основывается на трех основных столпах. Это любовь, страх и надежда. И все виды поклонения, они неотъемлемо связаны с мольбой. Обратите внимание на вашу молитву, в которой есть мольба. Обратите внимание на ваш пост, который переполнен мольбой. Обратите внимание на паломничество, которое также полностью связано с мольбой. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Лейса шейун акрам аляллахи тааля минад дуа», что означает: «Перед Всевышним Аллахом нет ничего более достойного, чем мольба». И также пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Мен лям ясалилляха ягдаб алейхи», что означает: «Тот, кто не просит у Аллаха и не обращается к Нему с мольбой, на того Всевышний Аллах гневается». Просим Всевышнего Аллаха в этот священный месяц чаще обращаться к Нему с мольбой, и чтобы Он отвечал и принимал наши мольбы.